синий угол октагона. Встречайте бойца из города Ростов-на-Дону. Михаил Колобега! Главное событие сегодняшнего вечера, уважаемые друзья. Вот мы и добрались. Весовая категория до 93 килограммов. И первым в клетку приглашается Михаил Колобегов по прозвищу Барера. Город Ростов-на-Дону он представляет. Стрела Тим является его клубом. 34 года этому спортсмену. 183 сантиметра составляет его рост. И на его счету 13 побед при 3 поражениях. Дебютировал Михаил Колобегов в 2010 году. Дебютировал не очень успешно. Проиграл он первый свой поединок, но после этого вышел на серию из 5 побед. Причем все 5 были досрочные, все 5 в первом раунде. Показывал очень яркие поединки. В одном из турниров RCC встречался он с Артуром Астаховым. И тогда, пропустив удар в глаз, не смог продолжать тот поединок. Был остановлен тот поединок техническим нокаутом. Тогда это был вот и Артур Колобегов. После чего взял он паузу в 2 года. Как сам говорит, а точнее в 3 года. Было это в 2018 году. Как сам говорит Артур, собирался завязать с боями, именно с выступлениями. Но снова решил возобновить карьеру и на турнире ОФС 10 в сентябре 2021 года одержал победу судейским решением. Предыдущий свой поединок он провел также на турнире OFC 16 и тогда одержал победу, причем во втором раунде над бразильским спортсменом Марко Бригаго. Во втором раунде был остановлен он Михаилом Колобеговым. Сказал, что хорошо очень настроен, на всех интервью был позитивен, настроен, готов, говорит, к рубке. И даже делал предложение Ивану Штыркову провести весь поединок именно в стойке. Предлагал рубиться в стойке, но ответа не последовало, соответственно. И мы видим, что здесь уже находится около клетки Михаил Колобегов. Все уже. Я думаю, коллега, ответ последует уже в клетке. Да, в ближайшее время. Штыркова, интересный поединок. Есть общий, кстати говоря, соперник и у Михаила Колобегова, и у Ивана Штыркова. Это тот самый Артур Астахов, которому Михаил здесь, в Екатеринбурге, проиграл. А Иван Штырков его победил нокаутом. Но про это я расскажу чуть позже. Посмотрим, насколько удачным станет для Михаила Колобегова второй вояж в столицу Урала. И Михаил уже готов оказаться в клетке. Встречали бойца из Екатеринбурга, Иван Без элемента театрализованности на турнирах RCC именно в плане выхода бойцов никуда. Поэтому вот сейчас все будет очень красочно и грандиозно. А местами даже пафосно и эпично, я бы даже так сказал. Точнее, уже так сказал. Дождемся выхода Ивана, и я чуть про него расскажу. Чего, может быть, не знаете или подзабыли. Вот так вот. Сейчас он появится. Но еще раз, картинка, конечно, впечатляет. Потрясающая, да. Этим и славятся крупные турниры RCC, конечно. Нас видно даже из космоса, как говорят здесь.
изо всех космосов, я бы даже так сказал. Ничего себе, да? Вот это сила богатырская. Вот он, наш уральский Галс, Иван Штырков. Именно под этим прозвищем все-таки он наиболее известен. 15 побед, 2 поражения, 1 единственная ничья. Возвращается Иван Штырков в родные пенаты. С февраля 2020 года он не выступал в Екатеринбурге. Прямо скажем. Ну и воспитанник лиги RCC. Практически с первого турнира лиги Иван Штырков в деле. Успел повстречаться с разными интересными ребятами, с бывшими бойцами UFC, в том числе и бразильцы Тиаго Соуза, Тиаго Силва, простите, и Фабио Малдонадо, и Мигут Брайлева, и Сатоши Юси. Но это все было давно. В последних поединках рекорд Ивана Штыркова. Одно поражение, и две победы проиграл Магомеду Исмаилову. Турнире ICA 115, затем была победа раздельным решением судей над Муратом Гуговым. Ну и в ноябре 2020 прошлого года, 2021, соответственно, победил нокаутом ярко Артура Астахова, Иван Штырков в первом раунде. Ну и большинство его поединков, кстати говоря, закончились досрочно, но Иван сбалансированный спортсмен, он может и выиграть приемом, может выиграть и ударом. Ну и второе поражение в карьере, точнее первое, он потерпел при Сюбее на моно, тогда он рискнул залезть в средний вес. Риск себя не оправдал, попытка была неудачная, зато теперь Иван знает, что полутяжелым ему гораздо комфортнее. Главного боя турнира. В синем углу боец из города Ростов-на-Дону, ему 34 года, рост 185 сантиметров, вес 93 килограмма 450 граммов. Профессиональный рекорд 16 боев, 13 побед, 3 поражения, представляющий бойцовский клуб «Стрела Тим» Михаил Колобега! Его соперник в красном углу из города Екатеринбург. Ему 33 года. Рост 183 сантиметра, вес 93 килограмма, 450 граммов. Профессиональный рекорд 22 боя, 19 побед, 2 поражения, 1 ничья. Представляющий бойцовский клуб «Архангел» Михаил Иван Штырков. Рефери главного боя Михаил Бахтер. Okay, gentlemen, you both know the rules. Protect yourself at any time. Listen to my commands. When I say stop, you stop. Shake hand if you like. Go back to the corners. Stay there, please. Stay there. Послужные списки, возраст, рост, вес бойцов на ваших экранах. Одинаковый вес показали, кстати, спортсмены. Are you ready? You ready? Иван Штырков. Let's go. Ну, очень идентичный и на год старше Михаил Колобегов. Ну и понеслась, собственно говоря, так хитро улыбнулся. Ой-ой-ой. Колобегов сопернику и пропустил крюк слева. Как ты говоришь, настаивал перед поединком Михаил Колобегов на полную стойку все раунды, которые смогут продлиться, если продлятся. Но это все-таки профессиональный ММА, и здесь, как говорится, больше, абсолютно больше арсенал, чем только стойка. Знаем мы, а Иван бороться умеет. У него самбийская хорошая, да, база, он и бросать умеет. И готов и выйти на удушающий, на болевой. Все это. А левым крюком попадает там Штырков. Но в последнее время хорошо так прибавил в ударке Иван. И что немаловажно, скажем так, то достаточно хорошо прибавил функционалки Иван. Да, потому что всегда были претензии к Ивану Штыркову по поводу его особенно кардио. В поздних раундах, вроде как, говорили всегда, что он устает. Там поздних начинается второго, я бы даже так сказал. Рисковато, но по факту это было так. Сейчас, да. Хороший лоу-кик от Штыркова. Хорошо двигается Иван, кстати, заметь, да? Прибавил движение. И пока нету, да, существенной какой-то... Ой-ой-ой, хорошо попадает Штырков. Хорошо, справа боковой. Я думаю, что Иван все равно держит
голове вариант, что может продлиться всю дистанцию поединок, если перевалит за первый раунд, по традиции уже сегодняшнего карда. Хорошее движение на ногах в первом раунде от Штырькова. А вот это опасно, да, так отработал Штырьков передней ногой. Колобегов. Вот так вот. Подказал было правой крюк, и тут же амплитудный такой тейкдаун от Штыркова. Извините, Михаил, не будет вам стойки все три раунда, говорит Иван Штырьков. Вот я вижу Михаила Рогозина, который помогает, да, помогает Ивану Штыркову, подсказывает активно. Три минуты подсказывают. Отличный поединок победный. Попытка локтя сверху здесь от Ивана Штыркова. Ну, здесь, да, в принципе, вот эта стихия Штыркова еще раз. Бороться он умеет и знает, как работать. Ну, сейчас очень важно для Колобегова, насколько удастся ему все-таки подняться и не дать залежать себя вот здесь. Удастся ли это, получится ли это у Михаила. А там уже, мне кажется, следы крови, потому что очень плотно попал несколько раз Штырьков локтем. Да, жестко работает. Плотная Штырьков. Работа. Рефери призывает к активности. Почти, почти не защищается, да. Колобегов. Оп, все. И остановка в первом раунде. Ну все, традиция сохранилась. Если бой не перешагивает, точнее, если бой перешагивает первый раунд, он идет всю дистанцию. Если нет... А там нет. Рассечение, есть серьезное рассечение, да. У Михаила Колобегова. Доктор уже здесь. Но рассечение абсолютно легитимное. Но это локти, это вот эти опасные удары локтями сверху. Нам показывают сейчас повторы. Да, мы видим повторы. Ну что ж, яркая, досрочная, ну и для кого-то, наверное, даже ожидаемая победа Ивана Штыркова. Огромное уважение Михаилу Колобегову. Он принял этот поединок, приехал к своему сопернику сюда, в город, да, и вот так вот дрался здесь. Ну и все. Иван Уральский Хал Штырьков вернулся. Официальное объявление победителя очень скоро. И на этом закончим, Петрова. Остановил поединок на второй минуте 49 секунде первого раунда. Победу техническим нокаутом одержал Иван Штырьков! Аплодируйте, пожалуйста, Михаилу Колобегову, поддержите его! Иван! Ваня, ну, что я могу сказать? С возвращением домой, прямо сейчас ты можешь обратиться к зрителям, к телезрителям, которые поддерживали тебя. Можно? Возьми. А что, куда все пошли? Я же обычно долго еще разговариваю. Так, ребят, я рад вернуться так домой, но... Этого бы ничего не было, в первую очередь, без Михаила Колобегова. Миш, спасибо тебе огромное. Я тебя очень сильно уважаю как бойца. Я знаю твой путь, я знаю все трудности, которые ты прошел. И это мое, ну, глубочайшее уважение, что ты принял этот бой, вышел. И я очень сильно очковал перед боем с тобой и готовился неимоверно. Спасибо, дорогой. Конечно же, очень, не знаю, у меня уже нету в русском языке таких глубоких, ярких, сильных слов, чтобы передать
мою огромную благодарность Игорю Алексеевичу Алтушкину. Я иногда просто лучше, ну, наверное, промолчу, потому что я правда не могу подобрать те слова, которые выражаю вам в виде уважения. И говорю вам огромное спасибо за это все. И не только, Игорь Алексеевич, низкий вам поклон. И... простите, что сегодня я не на так многословен. Ну и, конечно, Екатеринбург! Это лучшее шоу, что вы видите. Это я вам отвечаю, потому что я был на многих шоу, видел многие шоу. Такого не делает никто и нигде. Только мы, только здесь, в Екатеринбурге. Это все для вас. Мы выходим, проливаем кровь, теряем здоровье. Вы даже не видите 5% того, что за спиной, для того, чтобы выйти сюда. Спасибо вам за вашу любовь, иногда за ненависть, иногда за критику, иногда за похвалу. Это наша жизнь, мы ее выбрали. И мы ее проходим вместе с вами, ребят. Вы часть нашей жизни. Спасибо вам. Ну и моей команде, Архангел Михаил, мы сегодня бабанули. Вы все молодцы, все. Я всех люблю. Меня переполняют опять эмоции. Я могу здесь стоять долго, говорить. Я очень рад, естественно, счастлив. Спасибо всем, кто причастен к этому великолепию. И с наступающим, самым великим праздником. С Днем Победы. Мы будем гордиться этим днем и уважать. И никогда не забудем. Всех с наступающим праздником. Берегите друг друга, будьте счастливы и любите свою страну. Друзья, Иван Штырков, ваши аплодисменты ему.